Сегодня у свете означается День водных ресурсов, или просто День воды. Заснованный ассамблеей ААН, и он призваны звернуть увагу уладов и громадскости на проблемы недохопу питной воды, необходимость захования и рационального выкрыстания водных ресурсов. Гомельская область богатая на водные объекты. У регионе их свыше 1400. Больше как 800 водотеков и озер, 23 водосховища, больше как 260 крыниц. Есть и достатковый запас подземных вод. У в области эксплуатуется каля 4000 свідровин. Наши водные ресурсы задовольняют сучасные и перспективные потребы насельництва. Але выкористовывать воду необходимо рационально и бережливо. Если в рамках области предприятиями делается очень много, то есть порядка 95% воды используя предприятия экономится за счет внедрения системы оборотного повторного субсидия, то дело каждого гражданина – это определить себя те моменты, где он может сэкономить. То есть, ну, самые простейшие случаи – это принимать душ вместо ванны, это закрывать воду, следить за исправностью запорной арматуры, отдыхая на природе, в частности на берегах, оставлять после себя чистые места, чистые водоемы. Экологічную акцію до Сусветного дня воды провели в Гомельском державном университете имя Франциска Скорины. Перед студентами выступили представники областного комитета природных ресурсов и аховы новокольного осяроддя, а так само громадской организации Ассоциация детей и молоди. Поведомления тычаліся самых разных проектов, у тым ліку международных, якія зараз реализуются на территории в области. Гэта у приватности мониторинг поверхневых и подземных вод, акции по уборце прибережных территории и доброупорядкованию крыниц.